Приветствую, друзья! В последнее время в обзорах различных плееров и ЦАПов постоянно упоминалась новинка от компании TFZ — My Love Edition 2021. Это динамические внутриканальные наушники с двойным драйвером и улучшенным, ну, относительно прошлых инкарнаций этой модели, тюнингом. Сегодня о ней и говорим. Собственно, поехали. Коробки у ТФЗ настолько похожи одна на другую, что я уже начал их путать. На внешней части нам размашисто так нанесли наименование модели, а с обратной стороны адрес производства, очень наглядное обозначение цвета и наклейку со стирающимся слоем для проверки подлинности устройства. Внутри я нашел, конечно же, вот такую универсальную инструкцию по эксплуатации, фирменную смоточку, прищепку на одежду и Два набора силиконовых амбушюр различной формы и диаметра отверстия. Кабель внешне выглядит очень необычно. Не встречал еще таких как полупрозрачная лапша с прямым металлическим штекером, аналогичным делителем и соединением на вилочном коннекторе 0,78 мм класса «Маленький пенек». Как он правильно называется, до сих пор не выяснил, однако измерил его сопротивление. Прибор показал 0,692 Ома, что вообще говоря немало. Чашечки тут приятного глазу такого розового цвета с блесками и надписью на фейсплейтах My Love крупным шрифтом. Думаю, изначально модель позиционировали для слабого пола, хотя сегодня это потеряло хоть какую-то актуальность. Нравится, пользуйся. Сквозь полупрозрачный корпус можно рассмотреть 11,4 мм двойной динамический излучатель и компенсационное отверстие, находящееся над ним. Звуковод здесь среднего размера с выступом для удержания амбушюр и металлической защитной сеточкой. В ушах же My Love Сидят ну, просто превосходно, обеспечивая отличный уровень пассивной звукоизоляции. Вот так вот, собственно, это все и выглядит. Импульс ушек даже чуть лучше нормы, да искажение на высоте где-то 0,8% в пиках на всем частотном диапазоне – это просто невероятно круто. Расхождения между левым и правым каналом здесь тоже вполне приемлемые. Фаза логично следует за частотной характеристикой, а затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 75 и 90 миллисекунд. Есть, конечно, небольшие возмущения в области низких частот, но и то допустимо. Разница между насадками очевидно показывает более Продолжительные высокие частоты в случае силиконок с узким горлышком. По АЧХ же производитель постарался выдержать, насколько это возможно, прямую линию. Лишь около 1 кГц мы имеем незначительный спад, но ну, где-то на 5 дБ, затем выделение области разборчивости, с акцентированием первого пика компенсационную яму и усиление детализации посредством 9,5 кГц. Звучат же ушки очень сбалансированно и комфортно, если говорить о амбушюрах с широким сердечником. Второй же комплект более нейтральный, с перевесом на светлую сторону. То есть не за меньше резче и детальнее середина и сильный уклон в высокие частоты. Мне такой подход нравится куда меньше первого варианта, где уже достаточно неплохо оформлен бас, с приятной слуху массой, насыщением мид-части, чуть подкрашенной, просто невероятно сочной серединкой, а также массивными слегка смягченными верхами. Что, как на мой взгляд, просто сверхэмоционально и намного естественнее. В сравнении же с другой очень достойной динамической моделью NF-Audio NA2 Plus. Мы имеем весьма схожую настройку, вот только баса у героев обзора куда больше, лучше разделение инструментов, выше детализация и чище построение музыкального полотна, в то время как NA2 Plus выигрывает в собранности такой литой подачи и лучшей выразительности, ну, что видно было даже по АЧХ. Если говорить о источниках, то для любых динамических наушников просто идеальным вариантом будет что-то максимально нейтральное с хорошей такой проработкой микродеталей. Из недорогих, но очень серьезных решений могу привести портативно-стационарный ЦАП XDU XD05 Basic и полностью стационарный FX Audio DAC X3 Pro. Причем последний почти в три раза дешевле, но вполне соответствует XDU по уровню. Из мобильных ЦАПов стоит упомянуть уже народный X1, Айбас dc 03 и, DC03, например, Evandie 9038D. С ламповыми же решениями или изначально музыкальными эти наушники рискуют соскочить в такую тотальную музыкальность и растерять естественность вместе с проработкой нюансов. По стилистике уши тоже вполне универсальны. За счет своей линейности здесь ничего нигде не выпирает, не режет, не колет и не сыпет. Все, как я уже говорил, очень слаженно звучит и комфортно, но разве что любители сильно выраженного глубокого баса ушки могут оставить равнодушными. Но и то лично для меня его было вполне достаточно, а я уважаю небольшой подъем на этой части частот. Если же разделить звучание по частотам, то низкие тут текстурные, объемные и в меру глубокие, серединка чуть теплая, с ярко выраженным вокалом и отличной отработкой всяких мелких нюансов и оттенков звукоизвлечения, а также очень неплохим разделением инструментов и проработкой сцены в глубину. Богатые своим тембральным рисунком духовые инструменты звучат весьма чисто и напористо, а отголоски струнных уходят до самых краев диапазона, где не смешиваясь с перкуссионной составляющей, грамотно затухают, частично уходя на задний план и растворяясь в пространстве. Скажу откровенно, My Love Edition из тех моделей, которые делают честь своему ценовому диапазону и за что вообще любят данный тип излучателей. Линейно, но без сухости и холодной отстраненности, скорее наоборот, очень атмосферно и насыщенно. Если говорить о мониторинге, то басовые инструменты, ну, скорее всего, мимо. Думаю, музыкантам может не хватить их тут количественно. А вот вокалистам или владельцам среднечастотных инструментов эти ушки будут ну, в самый раз. Такие по аналогам мягкие, довольно детальные и очень приятные. С арматурой им, конечно, не спорить, но для чистой динамики это просто класс. Итогом динамические внутриканальные наушники TFZ MyLove Edition 2021, обладая достаточно линейной ЧХ, показали просто невероятные по натуральности и сбалансированности результаты. Причем все это грамотно сочетается с хорошей разборчивостью и отработкой всяких мелких деталей. Общее же звучание имеет отличную массу, легкий такой аналоговый окрас и комфортную, абсолютно неутомляющую подачу. Для тех, кто любит динамический почерк и достаточно разряженное, такое наполненное воздухом звучание, несомненно, оценят героев этого обзора. Очень достойный вариант, как в свою цену. Обязательно рекомендую к нему присмотреться. Собственно, это были TFZ MyLife Edition 2021. На этом у меня все. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под роликом.